Йо-хо-хоу, это снова Ростецкий с Олегом, с Димой и Хикагая Хачиман. И с дядей Женей ты забыл сказать. Ну, естественно, ну я же представляю, да. Понятно, что это я. Я же не могу всем быть привет, переводчиком. Всем алоха, привет, хай, там и на многих-многих других языках. Интересно, как на языке раста будет здравствуйте? Как на шведском языке будет здравствуйте? Наверное, алобля или как-то так вот. Ну, потому что, судя по тому, что мы видели, типа как-то так это будет здрасте. И только мы находимся... Алло, ты шо? Ты шо творишь-то? Мы находимся сейчас в лесах, хотел сказать. Мишку завалим, нет? В сибирских, видишь, каких тут у нас вещах. Мишку валить будем? Давай подойдем, просто пообщаемся с ним. Так он же сожрет сейчас. Да. Блядь. Я говорил. Опа, да обнимашки, опа, смотри, можно с Медведевым Михалыч обниматься. Завис. Можно, кстати, с него собрать жир, и будет топливо для лодки, если что, на запас. Шикарно. Лишним пропал не будет Михалыч. Никогда. Хищники. А вон, смотри, лодка, 61. Давай вон ту попробуем взять. Медведя с паролем. У меня моя лодка была, кстати, тоже. О, я ж к вам плыл. Холодрыга какая, ёпта. Да. Сейчас опять мерзнуть будем. А может, не будем сейчас? А, заводим, это лодка, погнали. Так, мы хотели на айсберге поплавать, да? Давай. Да. Поехали. А направляйте, будем плыть. Сейчас застрянем, нет? Нет. Вон тот впереди самый такой ровный, наверное. А слева кто-то живет на айсберге, да, вон что-то есть. Там, по-моему, просто мешки какие-то, не мешки, смотри, а сундуки. Смотри, там кто-то есть. А на корабле нельзя жить, обустроиться, нет? Не, это же РТ типа считается. Слушай, тут воркбенч, чей-то воркбенч. Там что-то пытались, смотри, делать. Да, прикольно. Там воркбенч. Давай еще, пока. Ну ничего, можно. Давай, все. Давай, сейчас запрыгнем, да, добежим. Нормально, Олег. Все, уже запрыгнем. Дальше уже все, уже да. Глуши только, глуши. Ой, лодочку, я забыл заглушить, подожди. Бенза, во. Да, нет, я с собой таскаю 200 бенза. Минус 7. А, у меня тоже 60 есть, если что. Блин, так тут можно. Холодно, минус 7. Можно, наверное, посмотрим. Чей-то стоит шкаф, конечно. Или лестница чья-то, что ли пытались сделать? И шкаф, и лестница, да. Может, кто-то пытались? Пытался. А есть что по резам, нет? А что по резам, кстати, да? По резам так, у меня, ну, есть, есть в принципе, есть все. С собой попробуй чуть-чуть. Маленький какой-нибудь домик сделать. Офигенно получится. Дом на айсберге. Вот тебе дом на... Только небольшой, не надо большой. Ну хоть... все. Вот такой, да. А надо, может быть, здесь еще сделать, как это, ворота поставить, или ворота, чтобы или они спуск... не могли подняться, или запрыгнуть не могли, чтобы... Mm-hmm. Там можно на входе ворота поставить же, наверное. Да? А если вот так вот, вот так вот, что и вот раз, и раз. Во! Во! Ты придумал систему ниппель. Не, ну нормально, нормально. И здесь они... Нормально. Так, а здесь? Во! Еще и здесь ставится, ничего себе. Я себе вы замутили. Я говорю, ого. Маленький дом забабахали. А это чей, кстати? Но это нет, это антирейд, типа. Это надо убрать, смотри, вот это вот. Чтобы они... Это за это разрушится. Там ого, шкаф пустой. Накидали. Так. Места не хватает, потому что букет взять. Места хватает. Поскидывал. Нифига мы тут настроили. О, а здесь окошки, кстати, можем сделать повыше. Они реально забраться не смогут сюда. Кто, да, кто к двери придет и все. Ну как, сишками фиганут и все, и заберутся, что. Либо ракетами. Ну да, кто чем. Либо ракетками. Кто чем, ну, кто на что гораздо будет. Так, да, здесь уже не строятся, окей. Хрена себе, что замутили, а? Дом на айсберге называется, нормально. Так в камень его вносит. О, эйры летят. Да. Сюда, кстати, можно эйры вызвать. Да. Нормуль говорил, да. У тебя вроде бы есть, да? В своей да, лаксе? Есть, да. Вот, да, есть, сейчас. Все. Сейчас пока не надо, давай сначала так сделаем. Угу. Угу. Там уже нормально. Так. Пошла жара, пошла. Все, закончились, говорится. Сейчас еще будет, сейчас. Так. Ну, сейчас тут понастроили. Может, там где-то могут залезть, смотри, вот по низу, например, пробраться. Тут уже костры ставили, вот. Раз. А, да, грелись тоже, видимо, холодно же. Минус 7 все-таки показывает. Так, я думаю, такой домик подойдет. А, стоп, not enough space, места нету. Слушай, а сзади-то тоже можно забраться. Умники, поставили антирейд, сзади-то тоже можно забраться. Я же тебе говорю, слишком большой айсберг, можно было поменьше взять. Огромный айсберг, не то слово, но... Дом поменьше или айсберг поменьше? Надо? Айсберг поменьше. Ну и дом, само собой, тоже. Айсберг. Слишком огромная фигня получилась. Это капец, блин, надо с двух сторон можно забраться. Как наш любимый, помнишь, вот этот маленький? А, двойной, да, человек. Да, такой, да. Так, как тогда строить-то? Вот такой дом широкий, наверное, слишком будет, да? Или как? Большой, да, это здоровенный, это замок целый, наверное, просто. Огромный мы замок. Мы привыкли маленькие дома, такие, знаешь. Стой, Хики, стой, не улучшай. Мы 2-2 обычно делаем. Давай вот этот ряд уберем. Дальний ряд вот этот.
Нифига вы тут понастроили. Замок, реально замок, это не то слово, домик. Домик хотели построить, домик. Я же говорю сначала, давай маленький. А тут смотри, можно футбольное поле поставить, чемпионат мира делать. Можно, кстати, да, делать. Вот же тебе ворота, смотри, такие ставишь. Надо придумать, может, есть какая-то возможность, типа футбола, что-то сделать наподобие. Так. Кстати, здесь кувшины же, да, Дима, можно собирать? Что можно собирать? Машины, да. Вот, не знаю, по-моему, для этого плагин нужен какой-то. А, да, по-моему, говорят, так можно собирать, ну, не знаю. И, по-моему, ладно, еще есть плагин на для этих лошадей, то есть можно... А, это лошадь. Да, это есть, ага, есть такое, это я видел, да. Это мы ставили еще на расстройке даже такой дом. Что-то я не помню на расстройке лошади у нас. Были лошади, там берешь веревку, что-то оседлаешь, там что-то такое, кожа нужна, что-то еще там якобы. Так, а сколько у нас дверей-то будет? Три двери? Ну, что-то это врата какие-то. Ну, давайте сделаем две тогда хотя бы. Это врата в ад будут. В светлое будущее, в Европу. Жесть какая. Чего? Дом на айсберге. Не, просто прикольно с одной стороны. Я бы, наверное, здесь жить тяжело. Я бы на том корабле бы как-то его обустроил. На корабле нельзя, видишь, это же РТ считается. А на корабле рядом есть айсберг, понимаешь? А, нет, это нам надо, это надо. Ну да, кошка сюда, наверное. Здесь минус 19, то есть тут мы умрем в любом случае. Ну холодновато, да, холодновато здесь. О, ё, кто там жарится? Это я жарюсь. А, это ты жаришь. А у тебя же так. Нет этих... Ой, ёлки-палки. Давайте сандалеты сделаю. А, у меня были сейчас. О. А то ты босиком бегаешь, потому что у тебя улучшить. Это. Я не могу почему-то надеть их. Что-то сервер залагал, по-моему. Да? Что такое? Странно. Ну-ка. Не, нормально. Это нормально? Что-то, я, может, задержка, пинка или что? Нормально, ломается все. Все делается, да, все строится. У меня тоже окно сломали. Меня тоже лагало. Зачем окно сломали? Я там окно ставил, взяли окно. А, залезут. Залезут же они, и все, и хана, короче, нашли. А тут при всем желании залезут, как говорится. Чего уж удивляться-то, да? Завтра же этого дома уже не будет. Ну, это да. Поэтому так, а здесь вот, здесь не закрывается, блин. Почему не закрывается? В чем проблема-то? Это ящик мешает. Шкаф мешает, шкаф ломать он надо. Он пустой, ломать долго. А убрать его никак нельзя, ремонтнуть? Не-а. Ага. В том-то и дело. Ну, давайте туда в три попарачиваем. А может быть его только сжечь как-то попробовать? Давай я стрельну в него. Можно поставить свой шкаф. Да, точно. О, Олежек, хорошо ты выстрелил. Да, только толку, по-моему, не особо. Не, нормально, сняло хорошо. Выстрелил, все, один патрон, что ли, у тебя только был? Нет, еще есть. Так жалко тратить просто. Еще и рейд-блок нам дали за этот шкаф, классно. А, лестницу не сломали, что ли? Строительство в пещерах запрещено. Блин, я помню дома в пещерах. Вот это топчик, конечно. Японский, города. Звук, конечно, зачетный. Как будто взрывается что-то. Да, Домина. Ты понимаешь, сколько надо ресов? У нас ресов нет. Мы потратили свои дейли, киты, стартеры и так далее. А, не, у меня дейли есть. Ну, пока не трать, наверное, его. Вот я тоже подумал. Пока не надо. Что не стоит, наверное, да, баловаться. А кирочка быстрее снимает, чем топор или нет? Вот не знаю. Мне сейчас кажется, посмотрим. Кирка как-то... Быстро, нет? По-моему, кирка вообще ничего не дает. Да нет, дает. Она редко, но метко бьет. Сразу один хп снимает. Кстати. 24-23. Просто понимаешь, 20. Этот дом надо расстраивать, он будет большим. У нас просто нет столько возможностей. Да я смотри, не знаю, мы можем сделать пока. Низ широкий можем сделать, а верх сделать аккуратненький 2 на 2, например. А вот в воде дом построить реально, кстати? Нет. В воде прям внутри или как? Конечно. Ну да. Вот это я не знаю. На какой-то высоте можно, на какой-то нет. Что-то такое. О, все. Да. Вот и разваляли. Ура! Николай такой, ура! Вот можно низ широкий сделать, низ широкий, а дальше домик 2 на 2. А, вот и все равно не дают ставить. Мешает фундамент этот. Угу. Зараза, блин, а? Пишет, not enough space. А, это у тебя ресурсов, значит, нет, раз нот у нас. Спейс, место, не помню. Я могу его улучшить до листового металла, а разрушить, может, ремувнуть просто? А это не наш же. Вы не можете строить во время рейда, подождите 3 минуты. Я не могу шкаф поставить. А, вот жизнь, боль. Это тыкать придется довольно долго. Я не могу улучшать ничего, тоже 3 минуты. Жизнь, боль. Не то слово. Да не, забить надо, мне кажется, на это. Да, может найти какой-то айсберг другой попробовать? Поменьше, попроще. Двери.
Просто я немножко не понимаю смысл этого огромной крепости здесь. Да никто не придет. Сейчас шкаф поставим, ремовнем все что-нибудь. Поможет? Киркой? Че, кирку помочь? Че, убирает что ли? По центру, если по центру бить, тоже ломается быстро. Да, кстати, я не знаю, что это такое, но да, есть такое. О, да, быстро, слушай, вообще. Ну, а что за магия такая? Вот, не знаю. Именно с центра. Также, кстати, и эти фундаменты разбиваются. Там, да. Солома, дерево. Старатели крайнего севера. Как будто по щам прописали. Мне, наверное, да. Нормально. Так, еще одна кирка целая лежит, Анкл. Вот, Жень, целая кирка. Опять мне прописали. Тихо. А у меня музыка сыграла. Жень, ты что творишь? Анкл, вот кирка. Да что моя кирка 22 осталась уже? Нормально, сейчас добьем. Только смысл опять же добивать это. Ну, в чем смысл? Сидят, долбят голову. Я тоже не очень понимаю, я пытаюсь понять смысл всего действия. А чтобы можно было потом ставить стены, застроиться. Во. И теперь ждем 3 минуты. 4 минуты. 5-5 минут. Может, какое-то другое место поискать. Но мне кажется, реально сюда никто не придет. Соленую воду пить нельзя. Оп. Ой. Женя, ты что? Ты что творишь? Быстро. Обливался. Так, зачем? Забираем. Ну, от холода, видать, или что, от голода, я так не понял. Нет, ты это самое... Да, ты блевал. С оленьями или еще чем-то. С оленьями? А, он съел мясо отравленное. Ты съел отравленное мясо? Неприготовленное, не отравленное. А, сырую медвежатину пахал, наверное. С оленями. Ну, может, и сырую медвежатину. Женя, наблю. Женя, бля, и все, и помер, короче. Да, да, я доигрался. Причем бесперерывно так, бесперерывно. Бла-бла. Вот те раз. То ли от снега, то ли непонятно, что ты там помер. Сейчас мы сделаем маленький шкафчик. Ой, маленький шкафчик, маленький домик. А я бросил телепорт, нет, запросил? А, нет. Забавно. Что это такое? Мне сейчас у Нормуля прикольно микрофон, как, знаешь, этот, как кальян такой звук издал такой. Как будто он курил и говорил, знаешь, одновременно. Так забулькал прикольно. Творит чудеса. Это было забавно. Ой. Женечка, ты телепортируйся. Давай. Да, рейдблок, легко сказать. Но мы пока погреемся. Какая нелепость, да, массовая просто. Просто лютая нелепость. Просто боль, блин. Жизнь вообще не удалась в этой серии. Все очень плохо и тяжело. Все началось прям со строительства этого дома и айсберга. Заруинила вся идея. Сразу хоромы, понимаешь? Мы же привыкли маленькое что-то. Это огромная ошибка, да, вот как мы с тобой говорили. Я всегда говорю, я поэтому никогда большие дома не строю, потому что это очень... Сейчас... Огромный крепость. Построим маленький. О, на сервере есть Герасим. А Муму есть, нет? Вот, не знаю, сейчас спросим. Однако. Герасим. Ага, ничего себе. Животные, когда получают много урона, убегают от страха. Волк, например, кстати. А когда пьешь воду, можешь напиться. Да. Не, просто в жизни имею в виду, что ты, на тебя волк нападет, ты будешь его бить, он от тебя не убежит точно. Я думаю, что может убежать. Если почувствует опасность, волк уйдет. Да, в рукопашку, да? Сомневаюсь, он не уйдет он никуда. Дискорд вообще молодец, хорошо работает. Сомневаюсь. Окончание мы не услышали, же сомневаюсь. Герасим не понял прикола. Что тебе нужно? Так Герасим лет 7, наверное, от силы там, нет? Надо написать «Муму хочу». Сейчас напишу «Муму хочу». А зачем тебе «Муму хочу»? Ага. Как все интересненько. Скажу я вам. Даже интересно, как он стой. Он, наверное, думает. У тебя дом есть? Это он тебе пишет или это какому-то левому челу? Не знаю. Лучше оденься в это. Свиней греть будет. Сейчас я попробую. Минутку подождать. И все, и до свидания, да? Опа, Женька, это ты? А, это ты. Вот здесь окошки поставить. Нужно лесенки поставить, которые не ставятся, да? Нет. А пароль какой? Тот же самый? Да, тот же самый, да.
Вот лестницы поставить можно эти окошки. Ах ты ж твою ж ты мать, а? Да не, блядь, меня ударило током. Женя, не смеши. Не смеши меня, меня током бьет. Урой. Из-за того, что я тебя смешу, тебя током бьет. Интересная технология. Это как в... А, ну да, я не буду говорить, где это есть такое, ну ладно. А то что-нибудь плохое подумайте обо мне еще. Да. Вот, в принципе, вот домик и окошки есть, пострелять по гостям. Давайте постреляем по гостям. Гостеприимный нормуль, да? Нормально, мы постреляем. По пингвинам или по кому стрелять-то? Не по кому стрелять. Тут столько гостей целые, смотри, там вода, здесь вода. Вообще капец. Ладно, Михалыч один был, и то убили. Поплыли отсюда. Поплыли. Поплыли отсюда, да. Так, надо тогда Бенса забрать. И шкаф забрать. А, да, Бенс-то есть, Бенс есть. Зато надо ремонт все ресурсы построили собрать. Построили на айсберге дом хоромы. И слились оттуда. Да, и ушли. Все просто, капец вообще. Ой, замки даже сняли с двери. Вы еще двери возьмите с петель. Да, надо ремонтить, ремонтим. Сейчас возьмем. Еще двери с петель поснимайте и нормально. Супер эпичная серия, просто. Построили, сломали, что нормально. Я так в песочнице в детстве. Строишь, ломаешь. Этот, как его знать, с формочками, да. А некоторые собаки, к сожалению, любили еще гадить в песочнице. Вот это было печально. Это что за такие... А, ну да. Ну, собака любит туда дела свои делать. Ну, прям чистенько же песочек. Потом дети там играются, понимаешь? Ага. Так, надо отсюда как-то вытолкаться. Вот, давай, толкай, толкай. Из лодки, что ли? А что дом-то не сломали? Есть предположение попробовать возле этого корабля разрушенного. Дверь сняли, дом не сломали, главное, ремоу. Могли бы ресы забрать, не? Да ладно! Да ладно. А, жирно живем. Суть-то ладно, в чем? Да. Построить на айсберге дом. Тут, по-моему, дом вообще сути нет. Мы построили. В этой серии нет. В этой серии сути никакой. А, ладно. Какой-нибудь бомж прибежит, увидит дом на халяву. Возьмет себе. Все, поехали. Берите, господа. А куда едем? Господа зрители, кто хочет, берите, вот дом тут есть. Сами двери по... Вот плыви, плыви к кораблю, нормально. Может попробуем возле него как-то построить. А можно на айсберг возле корабля, нет? Да проверим. По-моему, нет. Врум, врум. Врум, врум, мопоко. Мопоко. Так, прыгаем. Врум, врум, мопоко. Ну, ну давайте, скажите мне результат, я не буду глушить мотор. Можно ли строиться? Сейчас посмотрим. Вот здесь классно было бы. Сейчас из контейнера выберешь, и будет тебя Радимон! Нет места, нет места. С незаглушенным двигателем. Места нет места, нет. Ну все, нельзя здесь строить, это РТ-шечку. РТ-шечку? А что это? Нажимай, нажимай, прям снизу, можно не прыгать, на лодку снизу нажимаешь, сесть и все. А-а. Да, можно прям из-под воды. Хорошо, давай так, в куда? Тепло, тут минус 11, уже яйца замерзли, понимаешь? У меня вообще минус 33, так нормально. Черт. Минус 33. Минус 33. Я тебе скажу, я тебе скажу. Минус 33. А если я копьем тебе в лицо кину, что будет? На Буланову потянуло, скажи. Яйца отморозил, на Буланову потянуло, да? А вон дом чей-то. Вон чей-то дом. Да, кстати, чуть-чуть есть. Интересно, копье, куда же тебе его бросить? Не знаю. Пошли в гости, они нас вольнют, правда, наверное, быстро. Да, я с ресурсами. Пойдем? А, тогда не надо. Ото. 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 Чего? Не, ничего, ничего. Чего веселишься? Ну я так, вода прохладная, просто весело. Ножки мочишь? Да, ножки мочишь. Ты мочишь, ножки мочишь. Ну. Ребят, кому не помогите, пошу. Как вы думаете, какое слово товарищ генерал использовал в своем предложении? Вот, мне тоже интересно, прям сам удивляюсь. Из пяти букв, пяти букв. Да. Пять звездочек, пять букв. Какое слово использовал уважаемый товарищ генерал? Да, ребят, напишите в комментариях. Да. Даже интересно стало, что ж там не-то? Что ж там за ебеня такие, а? Не, Женя, ты не туда плывешь, смотри, там лед везде, вот, разворачивайся. Полностью назад. А мы можем протолкать, в принципе, там маленький промежуток. А судя по карте. Оплывем. И дальше поплывем, ну ладно. А куда? А, протолка. Да там тоже, смотри, получается, снег везде. Суть-то в том, что в этой области везде гребаный снег. Блин, даже умирать как-то не камильфо, мне столько лута. Кости, жир. Тут еще что-то есть.
Красный лут, кости, жир, камень. Сколько лута ценного, да? Нормально. Супер ценный лут, вообще прям. Все свое, родное. Ну да, одного залутали, второго. Ну да. Чужое даже получается. Так, Херасим, зачем Муму утопил? Костёр утопил. Так, долго плыть-то там еще? По-моему, долго. Охуевший вау. Да. Вот это прикольный никнейм у чувака. Вау. Вау. Воу-воу, зачем Муму утопил? Он не понимает шутки про Муму, этот Герасим. Книжки не читал. Так сейчас я же говорю, этому Герасиму от силы лет 7, наверное, этому Герасиму. 7-летний Герасим. Маленький Герасим. О, еще домик. Но, немножко есть. Да, но не зарыжен уже, он дырявый. Может, это просто такая постройка? Замануха? Это лофт. Может быть. Другой стиль. Лофт стиль. Смотри, костер. Раз, два, три костер. Че царишь? Я выпал, вы там нормально едете без водителя? А че ты потерялся-то, Жень? А что мы делаем? А я просто сдох, за здоровьем не уследил, и умер прям за рулем. Я сгорел за рулем, нормально. Женя, а где ты утонул? Что, заснул? А где-то там, где-то... О, свет пришел. Что происходит? Свет пошел опять. Опять пропал? Ага, я же говорю, у нас строительство-то, видимо, из-за этого. И вон Женя плавает, болтается-то. Как спасти Женька? Видимо, никак, сейчас свет пропадет, и все, вот все спасение. У нас время... Женя, надо спасаться. Каким образом? Жень, а у тебя там ресурсы хорошие? Есть у тебя смысл лутать? Нет, там бичарня одна. Нет дерева, чтобы согреться потом. Там ничего интересного нет вообще. Окей, не надо плыть, там ничего интересного нету. Блин, мы потеряли его, походу. Где? Я здесь. Хорошо. Все, все нормализовалось, Жень. А что у нас написано? Что у нас написано на лодке? Ты боялся. С чего? У нас на лодке что написано? Да, под мотором что-то написано, да. Так, заводимся. Если перестало пикать, значит, Жене все появилось. Женя, это здесь? Нет. Женя! Женя, ты тут, Женек? Один уже не выжил. Женя, окликнись, Жень. Женя. Женя, вернись, мы все простим. Женя, 22 минуты, нельзя покидать нас на середине. Женя. Что-то он, походу, все. Он, походу, все. Значит, надо в эту серию сделать жесткой. Всех идти и убивать. Без разбора. Просто вот, просто махачи сделать. Надо только выйти в нормальное место, я думаю. Тут как-то да, иначе. Доплыть надо. Да, здесь можно. Но ты здесь огибаешь, и там на D4 или на D3 где-то вроде бы нормально можно выйти. А у меня другая карта, она полностью показана, без квадратов. Ой! О, плоховато дело. Блин, а как дальше-то? Ой, ёкало мне. О, здрасте. О! Здрасте, алё. Вы вернулись к нам, мы думали, вы потеряли. Алё, здрасте, не здравствуйте. Здесь пока. Здравствуйте, товарищ Евгений. Хупоры, чё у вас там, веселуха продолжается? Да, мы просто рады тебе. А, во льду. Во льдах. Там, тут. Во льдах. Вальдах, вальдух. Господа, придется под... Герасим верни лут. Герасим верни лут. Герасим, видимо, забрал. Че там получается? О. Вот, смотрите, прям закат. Шикарно. Жень, я мокрый на 100%. Если что, ты пэшься. Че, опять пропал, что ли? Нет, надо... А, хорошо. Что-то как-то печалька. Может, надо как-то к тому дереву побраться, дерево на руку погреемся, чтобы умерзнуть. Ой, блин, да, сейчас дерево едет, дерево едет. Какой-то адский шаман снова. Да. Садом.